Чувашии завершился республиканский чемпионат по велоспорту маунтинбайку. Более 120 участников из Чебоксар, Новочебоксарска, Урмарского, Батыревского и Маргаушского районов боролись за звание сильнейших. Максимальная сосредоточенность и высокая скорость – главное в гонке на велосипеде. В первый день состязаний прошла гонка с выбыванием. Велосипедистам нужно было проехать дистанцию в 1 километр. Кросс-кантри – уже 4 километра. В центре развития маунтинбайка спортсменов ждала трасса со спусками и подъемами, со скоростными и техническими участками. Для меня это как подготовка к предстоящим важным соревнованиям, такие как Кубок мира в Италии через неделю и через 2 недели чемпионат России. Медали получили юноши и девушки в 3 возрастных группах. По результатам соревнований у нас формируется каждый год сборная команда Чувашской Республики. Туда входят включаются спортсмены, занявшие 1-6 места. А эти, кто входит в состав сборной команды Чувашской Республики, они, значит, готовятся к выступлениям на чемпионате России, формируется команда. Их мы, значит, можем на сбор отправлять, финансировать. В общем, пользуются как бы льготами. 8 и 9 июля велосипедистов примет уже Урмарский район. Там пройдут 21-е традиционные всероссийские соревнования памяти спортсмена-велосипедиста Алексея Трофимова, а также чемпионаты первенства района по велоспорту маунтинбайку. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Александр Петров, Республика.